Всем привет! Сегодня хочу рассказать про улей, утепленный мхом. Данный улей я отремонтировал, ну можно так сказать, капремонт. Полностью разобрал старый улей, полностью разобрал и по новой собрал. Сделал каркас, расстояние между каркасами 5 сантиметров, обшил, а внутрь утеплил, набил мох. Ну так плотненько набил мхом. Одно не утеплял, вверх на зиму накрою таким матрасиком, набитым мхом. Ну как бы посмотрю, как у меня пчелки перезимуют. Весной обязательно вам об этом расскажу, покажу видео. Ну как бы о преимуществах утепления ульев мхом. Во-первых, мох давно известен как прекрасный утеплитель, который как впитывает влагу в себя, так и отдает влагу. То же самое. В строительстве в деревнях дома стоят по 100 лет. В них до сих пор тепло и уютно, и хорошо. Для улья мох чем прекрасен? Зима, влажность высокая, мох берет в себя. 1 килограмм мха, сушеного сухого мха, способен взять до 15 килограмм влаги. То есть, смотрите сами. Ну, как бы так. Все это теория, а я вам буду показывать на практике, как это проходило. Буду зимой снимать видео. И как на самом деле это происходит. Так, что еще? Ну, как в данном улье у меня живет маленький отводочек, карники. Пока на 5 рамках. Наверное, в клуб соберется, будет 4. Так они на 5 неплотно сидят. Вот. Посмотрим, как пройдет зимовка. И все вам буду подробно рассказывать. Более подробно характеристики мха, свойства мха, недостатки, преимущества. Смотрите под видео ниже, в описании. Там более подробно все вам расскажу. Можете детально ознакомиться. Как бы там много информации, есть что почитать. Всем пока!